прозвучала сейчас, и прозвучала, как будто бы она и есть вот этот кристалл. Кристалл, переливающийся разными гранями чистых, высоких, таких вечных чувств, ценностей, отношений. И они в ней звучат просто, они там разливаются, они там живут именно в самой песне, в интонациях, в мелодии, в словах. А открытка – это такая возможность познакомиться с ними ближе. Песня завершила звучание, и она вроде как бы завершилась, но эти чувства живут в сердце. И можно взять открытку и, читая слова, строки, куплеты, припев, можно поближе с ними познакомиться, понять, о чем идет речь, почувствовать их вновь. Я, наверное, впервые в этот раз так почувствовала, что открытка, она именно приложение к песне. Мне очень понравилось слушать сначала песню с открыткой, открывая просто, где большие буквы, например, в словах, а потом еще раз читать открытку, читать слова, уже вновь вспоминая, вновь переживая вот эти вот те чувства, которые звучат в интонациях, и понимая, о чем идет речь. Да. Песня восхищает своей вот этой уникальной, волшебной красотой. У меня сегодня произошло продолжение путешествия по милому Отечеству. Вот с теми чувствами, с которыми мы встретились в песне «Любимый город», вот с этой нежностью, благодарностью и тонкостью, я сегодня встретилась в интонации голоса поэта вот здесь, в этой песне. И песня начала звучать, а сердце начало замирать от того, что мы прикасаемся к удивительной тонкости, чистоте и красоте. И благодаря вот его интонациям, благодаря голосу, можно и почувствовать эту песню, и еще и почувствовать отношение к этой красоте, воспринять ее. Я очень благодарна этой встрече за возможность вообще воспринять такую красоту, встретиться с ней, узнать о ней. И все, что создано к этой песне, открывает эту красоту. Вот этот удивительный видеотекст, видеофильм. И в результате встречи с открыткой, как возможность уже на самом деле более подробно прикоснуться к каждому этому образу, каждому нюансу. Такое чувство, что мы как будто своими шагами прошли этот маршрут по этой песне, встречаясь с тем волшебным, изумительным, тонким, что есть в этой песне.